Меня зовут Артем. В детский дом я попал с 5 лет. Мама умерла, а папа, он отказался еще, когда я был маленький. Но он сейчас жив, у него другая семья. Ему когда звонили, он сказал, что я ему не нужен. Вот такое. Я буду держаться дальше. Ну, плакать, ну что это, нет. Даже когда маленький был, меня из дома забирали, я не плакал. Ну, там я не плакал по той причине, что я просто не понимал, что происходит. А сейчас я смирился уже с этим. Привык, освоился. Детский дом – это уже как мой настоящий дом. Я думаю, если Бог дал, значит, знал, что выдержу. Я себя успокаиваю такой цитатой. Ну, детдомовская жизнь меня не очень устраивает. Ну, конечно, я уже привык, но все равно чего-то не хватает. В детстве я много о чем мечтал, а сейчас как-то не задумываюсь об этом, не мечтаю вообще. Ну, цели ставлю перед собой. Ну, пока мне придумала цель была отучиться хорошо. Ну, как бы я вот 9 класс окончил, поступил уже учиться в строительный. Я очень хочу даже ребенка. Я ему дам все, чего не было у меня в жизни. Нормального детства у меня не было. У меня родителей не было. Постараюсь никогда не забывать о нем, все давать им, все, что они попросят. Настоящий друг – это тот, который поддержит в трудную ситуацию, поможет, может минусы все твои в лицо сказать. Ну, как бы я это восприму не как оскорбление. Но у меня есть настоящие друзья. Он даже здесь со мной на проекте. Костя. Ну, у меня нет родителей. Ни отца, ни матери. Рос я без отца. Ну, потом умерла мама. Но я обижен на жизнь. Несчастье тогда, наверное, мне кажется, я никогда не был счастлив. Но я думаю, я был бы хорошим отцом, потому что я знаю, каково быть там брошенным, там, в детском доме жить. Если бы у меня были бы дети, я бы их воспитывал очень хорошо. Я часто думаю о вечных ценностях, ну, здоровье. Но это главное, мне кажется, быть здоровым. Я занимаюсь боксом, спортом, я бегаю. Но я для себя занимаюсь. Не для побед, не для медалей, не для соревнований. Мой кумир Майк Тайсон. Ну, он величайший боксер в истории. Непобедимый чемпион. Я хочу быть на него похожим. Я мечтаю добиться многого в жизни. Стать человеком, успешным. Я для этого учусь. Стремлюсь к этому. Через 10 лет я себя вижу там успешным человеком, защищающим родину, служащим своей стране. При поддержке компании «Красцветмет».